Пау-пау-пау! Хей-йоу, братюни и сестрюни. Я встал в крутую позу, чтобы сказать это. Сегодня у нас будет эксперимент. Внимание! Повторяйте эксперимент на свой страх и риск. Если вылезет из глаз или помрете, автор не несет ответственности. В прошлый раз вы как-то очень легко справились с игрой поставить лайк за 5 секунд. Поэтому я предлагаю тебе поставить лайк в течение 3 секунд. 3, 2, 1. Пишите в комментариях, успели ли вы поставить лайк или нет. И мы узнаем, сколько нас, героев с суперскоростью. Почти у всех возник вопрос, какого хера ты творишь эти эксперименты? Дело все в том, что эксперименты приносят просмотры. Посмотрите на это. Look at this dude. No, 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 no. Настало время вернуться в тренды Ютуба. Сегодня я вас научу, как стать дальтоником. Для этого сверхпотрясающего и интеллектуального эксперимента нам понадобится фонарик. Все, это все, что нам нужно. Это самый крутой эксперимент, который можно провести дома и потерять свое зрение. Все очень просто. Мы вот этим фонариком будем светить себе в глаза. И после этого мы станем дальтониками. На 5 минут. Но перед этим я вам советую 3 раза присесть. Раз. Разомнуть пальчики? Да. У меня достаточно яркая комната, поэтому, думаю, эффект будет виден. В первую очередь нам надо закрыть глаза. Вы где? Ребят? А, вот. Заранее включаем фонарик, потому что потом будет сложно его натыкать, окей? Врубаем фонарик заранее. Закрываем оба глаза. Не подглядывайте, это важно. Вот в правый буду светить. Мы затекаем ровно 1 минуту и светим себе в один глаз. Готовы? Поехали. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. О, господи. Я вижу солнце. Я вижу солнце. Надеюсь, я не ослепну. Я не знаю, по-моему, так не должно быть. Честно говоря, фонарик немного печет. Так, окей. Я не открываю пока что глаз. Сначала смотрю этим глазом. А теперь открываю этот. Охренеть! У меня глаз после этого не отвалится. Шок-контент! Все синее! Я вам скажу так, цвета изменились, да, они стали более какими-то бледными и синими. Все какое-то синее. Охренеть! О, господи, все. А если вы не хотите делать такого с собой, то все очень просто. Я выложу у себя в Инстаграме и на странице ВКонтакте фоточку, как все выглядело. Спасибо тебе, эксперимент. Ты помогаешь мне пиарить мои соцсети. Ждите, короче, фоточку, все ссылки будут в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно влепите сюда лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы тут впервые. И также вот топ-комментатор. И если также хочешь попасть в видос, то все очень просто. Тебе нужно написать комментарий. Если он будет оригинальный и смешной или необычный, то ты, скорее всего, попадешь в эпизод. Я читаю все комментарии, так что держайте ребзи. Ну а на этом все. Оставайтесь такими же потрясными, ребят. Ну, а с вами был Фрид. Всем удачи, всем пока.